В селе расположено 7 многоквартирных и несколько десятков частных домов. Население Кепши – 316 человек. В зону подтопления попадает не только часть жилых строений, но и детский сад, филиал санатория «Горный воздух», 300-метровый участок автомобильной дороги. Сейчас ведется расчистка устья реки Кепша. Вот что по этому поводу по телефону нам рассказал глава Краснополянского сельского округа Валерий Кокарев. В настоящий момент у нас там стоят гидропосты. Имеется техника, дежурная техника, которая в случае необходимости производит работы перемещения грунта на месте. Кроме того, у нас создан информационный щит, оповещены квартальные непосредственно домкомы населенного пункта. То есть все население, которое находится в поселке Кепши, оно знает, что надо делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Прогноз погоды идет неделю дожди, плюс таяние снега, потому, думаю, в течение месяца режим ЧС еще будет сохраняться. В целом, по сути, прогноз погоды тоже не радует. В ближайшие дни также дожди и ветер.